Недалеко от нас торговый центр Factory. Это не торговый центр, это аутлет, куда сводятся нераспроданные коллекции разных брендов, и здесь они идут со скидками, ну, от 30%. Вот все бренды, которые здесь, в этом аутлете, находятся. Спортивные бренды тут собраны абсолютно все. Мой любимый Under Armour, которым я себе здесь, кстати, приобрела все обмундирование для тренажерки. Потом мы постоянно в Эко сюда ходим. Здесь можно купить обувь 40-50% на Эко. Но я считаю, это здесь в Польше самая качественная обувь, которую мы покупали. Вот ГОЭС, который ты хотел зайти. Взял это Ирен Сумок? Да, да. Вот Under Armour. Under Armour мы пойдем, потому что здесь уже все купили. Мы пойдем сейчас вот сюда в белье. Здесь три бренда собраны. Задание Intimissimi и Fizzings. Вот беру девчонкам своим таких хлопковых 4 пары трусиков Tezenis. Скидка вот 45% по 10,90 злотых в каждой. Intimissimi трусики дороже, по 15,90 идет, но оно немного получается качественнее белье, чем Tezenis. Бюстгальтеры Intimissimi, большой выбор очень, по размерам тут все развешено. Удается периодически найти, поскольку тут бюстгальтеры и трусики отдельно, вот, но бывает удается найти, собрать комплект. Давайте посмотрим примерно цены. Вот 70% скидка, например, 46,90. Для Intimissimi это просто супер цены, потому что в Blue City, например, в нашем районе есть салон Intimissimi. Там я собиралась, я покупала комплект, например, 300 злотых отдала за комплект. Здесь я могу себе купить комплект, собрать, не знаю, вообще за 80 каких-нибудь, даже дешевле. Вот, например, 23,90, 80% скидка. И давайте посмотрим, может быть, из этой коллекции. Да, смотрите, из этой коллекции, например, есть трусики. 17,90. Ну, считайте, за сколько можно здесь купить комплект в итоге. Да, можно вот собрать, пройтись. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Здесь 9,90, например, вот, которые... Бюстгальтер 66,90, 55% скидка. Да, кстати, большой выбор купальников здесь. Тоже можно себе выбрать разных брендов. Эти колзедония от 25,90. Ну, купальники, естественно, идут целыми комплектами. Здесь уже Tezenis от 44,90. Колзедония. Много больших. Во второй половине зала здесь одежда. Разные маечки, штанишки. Можно для дома что-то такое подобрать. Шортики всякие. Ну, мы сейчас посмотрим. Целые тут такие отсеки с носками. Вот, а мы сейчас посмотрим мужскую одежду. Мы здесь покупали вот Intimissimi мужскую. Блин, как мне нравится качество, очень крутое. Футболки, белье мужское тоже Intimissimi. Нашли то, что хотели. Футболка мужская Intimissimi Эльфика. Хорошее очень качество. Стоит со скидкой вот 45% 40,90. Мы в прошлом году точно такую вот покупали. И мужское белье Intimissimi не нашли то, что хотели. Intimissimi лучше по качеству, мне больше нравится, поэтому берем Tezenis 27,90. И плавки на лето. Вот в прошлом году Виктору покупали вот такие Intimissimi. Сколько они здесь у нас? 55,90, вообще 73% скидка. Классные плавочки. Детские купальники вот от 13,90 тоже отдельно, отдельчик. Ну, вот
цены на купальники детские. 22,90, 13,90. Есть вот 31,90. Плавки. А есть такая, тоже на мальчиков тоже по 13, примерно по 20. Карта. Что мы уже расплатились, а потом решили все-таки еще за носками сходить. И берем вот двое мужских носков. Одна пара Intimissimi за 6,90 и вторая Calzedonia за 7,50. Кстати, здесь еще бывают такие акции, например, там 5 штук по цене 4. Ну вот сейчас не было такой акции, а в прошлом году мы несколько раз на такие акции попадали. Так, здесь у нас Big Star. Нет, мы Костку не пойдем, мы Костку идем. Вот это, кстати. Ну, например, вот босоножки на лето, да, цена 379 со скидкой здесь, а так 549 она будет стоить в обычном магазине ЭКО. А вот по 40 всегда скидка. Ну да, да. Ну вот тоже, да, тоже 40% скидка. Ну и ценник вот точно такой же был, как у босоножек. Но носится эта обувь просто отменно. Детская обувь ЭКО. Мы когда-то занимались детской обувью. Знаем, что такое хорошая обувь. За 300, а так 429. Почему 60%? Потому что никто не носит туфли, все носят кроссовки. Кстати, я здесь и покупал свои. Целый год уже ношу, вообще класс. Так, ну вот, например, так. Сколько там, покажи по цене? И как вот и у женских было, 379. Точно такая цена. Кстати, в прошлом году мы за 220 там купили. Ну, как-то да. Там Тейлор. Скичерсы можно взять. 195, 240, 200. Скичерсы какие? Нам как-то полюбились больше всего. И у меня скичерсы, и у Дианы скичерсы. Нет, где? Рибок, Адидас. Охник. Например, большой 500. Там, да? Вот видишь, они узкие такие. Ага. Для ручной клади именно для меня. Вот именно такие узкие. Там внутри давай посмотрим. 200 злотых, такой красненький. Вот такие, да, не надо для ручной клади. 350, 250. 250 маленькие, большие по 400, 370. Большой 240, 220, маленький, даже 200 как там. И самый маленький. Самый маленький, самый интересный, 150. 150. Вот и глаз. Джинсы по 139. 89. Это у нас тут сукенки. Нет, в прошлом году все покупала здесь платье. Блин, оно было в итоге моим самым любимым. Тут вообще офигенная скидка. 649, потом 419. Тут оно одно осталось вообще за 139 рублей. Бесплатно. Бесплатно практически. У кого размеры S, есть все. Да. Короче, в ГЭСе мы ничего не выбрали, я расстроилась. Ладно, придем в следующий раз, может там еще что-то появится. Давайте New Balance купим кроссовки. Я не хочу кроссовки New Balance. Я платить хочу. Платить. Поеду, наверное, чуть попозже в TK Maxx, может там что-то выберу. А еще я в H&M видела неплохие, новая коллекция платьица, может там что-то выберу. Да, у нас есть обзор TK Maxx на канале. Видео отдельное, можно там посмотреть. Можно, ссылку оставим в описании, можно зайти. Может, это, на отдых? Скоро поедем на отдых. Следите за нашими обзорами. Осталось чемоданы только купить и пару платьишек. Спасибо всем, кто подписался на наш канал. И всем пока.